Это говорит о, ну, тысячных, да. Это говорит о том, что у нее очень серьезная трудность, то есть высочайшая акробатика. Давайте посмотрим. Вот, да, сейчас мы это в этом убедимся. Это мы сейчас наблюдаем за избасой. Так лениво, как-то не очень разогнался, а сделала серьезную акробатику. Пируэт задний, согнувшись. Еще раз. Пируэт задний, только в группировке. Вот вы отличаете две позиции. Там было углом, а здесь группировочки. Все эти сами. Вот тебе не толкнулась, даже не шлахнулась. Провернулась и все тут. Вот она, если честно, она уже сделала две такие мощные вступительные акробатики. И вот этот поворот, который за 1000 градусов был, она уже подработала на сразу. Да, она очень дружит с акробатикой. Она ее как-то без особого напряжения выполняет. Прекрасно, с поворотом на 360. Прошли эти погадки. А посмотрите, сколько народа в этом небольшом городке Франции, зато полный дворец спорта. А спортсмен живой человек, он очень реагирует на реакцию зрителя. Так. Да, она, конечно, уже она получит выше всех, да?